Молодые зенитовцы поддержали почин своей главной команды и тоже выиграли у одного из лидеров своего чемпионата. Выксунский «Металлург» осторожничал весь первый тайм, хотя и создал несколько опасных моментов. После одного из них пензенцев спасла перекладина. После перерыва команды заиграли веселее. Хозяева, в составе которых были и опытные игроки, а также новобранцы «Зенита» Александр Жикул и Сергей Жиляев, стали все чаще переходить через центральную линию поля. В одной из атак Жиляев и Захаров создали все условия для взятия ворот Дмитрию Альминову, и тот не промахнулся. 1-0. Правда, вскоре оборона бело-голубых допустила серьезный промах, и это позволило «Металлургам» организовать голевую контратаку. Но последнее слово все равно осталось за нашими игроками. Евгений Захаров великолепным ударом из-за пределов штрафной принес «Зениту ОР» трудную победу со счетом 2-1. Следующий поединок молодые зенитовцы также проведут на родном поле.